самая большая боль, с которой я встречаюсь, это люди высокого профессионализма, это люди с высоким уровнем мастерства, которые представляют очень качественные услуги, делают благо людям, представляют хорошего уровня продукт и не могут его продать. Не могут заработать при помощи своего профессионализма деньги, не могут представить себя как эксперты, а работают на какие-то минимальные позиции. Моя задача, моя цель при непрямых продажах, при формировании статуса эксперта, это помочь людям, которые имеют высокий уровень профессионализма, представлять миру, представлять людям свои услуги. Это делается не напрямую, не в лоб, очень часто это не работает. Это делается через формат непрямых продаж. Когда мы узнаем, кто наш клиент, когда мы формируем под него специализированные каналы и специализированную подачу, когда мы продаем экспертность, мы транслируем экспертность, и люди самостоятельно приходят и самостоятельно покупают продукт. Если у вас есть качественный продукт, качественная услуга, если вы готовы уже наконец выйти в этот мир и начать зарабатывать деньги при помощи своего таланта, мастерства и профессионализма, добро пожаловать на непрямые продажи, на статус эксперта. Вам точно сюда, и будут результаты, будут новые клиенты и сформированный бизнес.